Добрый день всем. Сегодня у нас посылка пришла не с телефонами, а с интересным товаром. То есть я уже покупал такой товар. Но они уже больше приехали. И мы нашли такие же. Вот, сейчас посмотрим. Я уже выкладывал видео как-то 5 лет назад, когда они приезжали ко мне. Сейчас я как-то нашел новые по очень хорошей доступной цене. Чем мне понравилось, то что обувь удобная. Ходить в ней можно осенью, весной и зимой до минус 15. В машине ноги не мерзнут. Ну и по улице как бы можно ходить. Сделано из натуральной кожи, что внутри, что снаружи. Ну, подошва резиновая. Вот подошва хорошая, не шибко стирается, не очень. То есть они мне понравились. И я решил не искать что-то себе новое. А взял, нашел и заказал себе такие. То есть опять они были куплены с помощью человека, живущего в Узбекистане, который нам помогает посылками. С дырочкой все новенькие. Сейчас старых осень доходим, а весной будем ходить уже в этих новеньких сапогах. Очень ей большое спасибо за то, что помогает с покупками. Обувь очень удобная. Очень хорошие сапоги. Мне очень понравились. Также читал отзывы на сайте производителя. Все очень довольны. Кто купил, покупает. Вот, так что еще раз хочу сказать, что если вам понадобится помощь человека приобрести товар с японского аукциона, из eBay, то можно к нему, к ней обратиться. Пишите. Все, всем до свидания, спасибо. Еще приедет посылка, тоже там будут интересные телефончики. Очень интересные телефончики. Вот. Ну, может, недели через две приедут, через три. Ждите, и будет новое видео с ними. А так, всем пока. Всем до свидания.